Оперативник городского и областного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с представителями прокуратуры Октябрьского района и Следственного управления Следственного комитета России по Октябрьскому району присылал поддержки бойцов Росгвардии, пресечена деятельность незаконных угодных заведений, расположенных в нескольких домах областного центра. Свою незаконную деятельность бизнесмены замаскировали под пункты приема ставок букмекерской конторы. В момент появления правоохранителей в подпольных казино находились администраторы и игроки. Можем пополнять их аккаунты. А что за карты? У нас есть свои игровые карты. Внутри помещения приглушенный свет, компьютеры, подключенные к интернету, на каждом из которых установлены специальные программы. Морской бой, рулетка, покер, лото, денежное колесо – настоящий рай для игромана. Пожалуй, здесь созданы все условия, чтобы забыться и оставить последние сбережения. Кстати, каждый работник словно мантру наизусть знает правила заведения. Задача администраторов входит сделать все, чтобы клиент, однажды попав сюда, остался здесь навечно. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области возбуждены два уголовных дела по факту совершения преступлений, предусмотренных пунктом А, частью 2, статьи 171, прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Противоправная деятельность злоумышленников выявлена сотрудниками ГУМВД России по Саратовской области. В рамках проведения следственных действий изъяты в том числе 19 системных блоков. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, виновных в совершении указанных противоправных деяний, а также всех обстоятельств произошедшего. Анатолий Чернов, Анастасия Потапова, Вести, дежурная часть, Саратов.